Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и сегодня у нас с вами будут покупки из магазина Fix Price. Сегодня у меня такой довольно-таки удачный забег. Я купила то, что хотела купить. Так, сейчас я вам покажу чек. Покупки я совершала в городе Челябинск по адресу Академика Королева, дом 10. Не видно просто дом. Как обычно, в конце покажу чек, если не забуду. Ну, в принципе, цены я примерно помню, всегда называю, но могу некоторые забыть, поэтому чек в конце показываю. Еще раз повторюсь, что забег был супер удачный. Я купила именно то, зачем именно я туда шла. В общем, первое, что я хочу показать, это буду шуршать сейчас. Вот такая вот детская тележка, игровой набор, покупательская тележка с продуктами. Я не буду ее открывать сейчас, шуршать, собирать, потому что у меня Ева любит это все делать сама, как бы она расстроится. Цена у нее 99 рублей, здесь у нас 12 деталей, ну, 3 плюс она идет. Вот, если честно, вот смотришь, да, вот девочка катит эту тележку, конечно, это несоизмеримо, она гораздо меньше выглядит, чем вот кажется на картинке. Я сейчас покажу, вот она, такого она будет размера, то есть вот, как она выглядит. Ну, невысокая она, но это вот из серии игрушечек для кукол, кроватка, машина, там стульчик для кормления. Вот, мне кажется, это что-то из той серии. Ну, вот я купила, Ева у меня любит играть в магазины, я думаю, нам пригодится такая тележка. А вот здесь на рисунке можно увидеть, как она собирается. Две вот эти детали, две вот таких вот белых, они у меня в красном, по-моему, цвете, да, колесики и ручечка. И также какие-то тут фрукты идут, несколько штук. Вот капуста, перец, опять капуста или баклажан, что это вообще не... Это ручка, наверное, кукуруза. В общем, вот такая вот тележечка интересная, я взяла. 99 рублей, я считаю, недорого. Ну, уже показывали эти тележки, многие у нас, они просто только что появились. Следующее, что я купила, это был вот такой вот набор для творчества. Я уже такой как-то покупала, цена у него 51 рубль, по-моему. Или 55 рублей, 51. А я брала такой, но тогда у нас были только с космосом. Я с космосом и взяла. Значит, набор у нас входит 2 листа с трафаретами для рисования, 2 чистых листа, 2 листа с наклейками и 8 раскрасок. Он вот так вот держится. И вот что внутри у нас. В общем, трафареты вот такие вот будут. Наклеечки вот такие, 2 раскраски и вот такие наклейки. В принципе, интересно, там были еще такие же наборы мода, какие-то зверюшки. В общем, что-то новенькое, не как в прошлый раз. 51 рубль, я считаю, что недорого. Далее, что я купила, это у меня такая повторная покупка. Появились опять вот эти вот листы, цветная самоклеящаяся бумага, голографическая. Здесь у нас 10 листов идет, яркие, необычные, аппликации, без клея, развивают фантазию, творческое мышление. 55 рублей они стоят, я сейчас открою, покажу, кто не видел, но мне кажется, видели все. Они есть еще матовые, с такими как бы блестками, шиммерные. Но я решила взять такие, потому что хочу их убрать пока про запас. Вот мне сейчас опять напишут, что я как хомяк все складываю. Ну, просто темы уже использовали, а эти хочу пока прибрать. Пока они есть в наличии, я купила. В принципе, они мне понравились. Интересная задумочка. Также можно оформлять блокноты личные, там, дневники, еще что-то делать. Значит, вот, смотрите. Опять моя камера скрипит. Не знаю, как сниматься. Не камера, а штатив. Два вот таких вот цвета красивых идет. Такой вот синий цвет. Немножко тут есть, да, погрешность. Вот здесь, видите, как внизу. Но это ничего страшного, в принципе. Два синих. Два вот таких вот салатовых, наверное. Оранжевые. И вот такие два блестящих. Вот такие вот листочки. 55 рублей. Делают тоже какие-то поделки, аппликации. И, кстати, есть просто цветные. Там такая цветная самоклеящаяся бумага. Далее для меня была новинка. Я купила вот такой вот цветной картон. Здесь нарисован такой прикольный единорог. Ну, это как бы обложка идет. Цветной картон мелованный. 20 листов, 10 цветов. Обложка есть другая, есть разная. Есть с какими-то рыбками, есть еще с кем-то. И вот такой вот картон здесь идет. Я тоже пока открывать его не буду. Хотя, в принципе, наверное, может быть, кому-то будет интересно посмотреть, как он выглядит. Давайте я сейчас попробую открыть. Я как-то не подумала заранее об этом побеспокоиться, потому что тут нету никакой липучки и ничего. В общем, сейчас я аккуратненько чик открыла и покажу. Вот просто, знаете, краешек, тут еще какая-то бумажка есть.
Игрушка-набор для развития детского творчества и навыков ручного труда. Картон цветной для детей. Игрушка. Ха, интересно. Достаю. Вот сейчас прям не буду, не достаю, а вот так вот краешек покажу. Вот он, посмотрите. Довольно-таки, знаете, плотный. Вот так он выглядит. И вот цвета здесь. По два листа одинаково. По два цвета. Зеленый тут, синий, темно-синий. Так, наверное, фиолетовый какой-то такой. Еще какой-то черный. Ну, в общем, поняли принцип. А, так, вот не помню, то ли 55, то ли 51 рубль. Ну, и такой прикольный единорожек мне еще понравился, конечно же, я схватила. Далее я купила еще один набор гравюры. У меня теперь уже они есть все. Они есть, то есть, серебристые, вот золотые, которые я сейчас купила, и цветные. Гравюра антистресс, цена у нее 55 рублей. Здесь у нас идет 7 листов, 24 на 17 сантиметров. Вот такие здесь рисуночки будут. И, как обычно, вот этим скребочком, палочкой мы соскребаем с обычного черного листа. И вот картинка получается. Ну, там есть эта картинка, но когда вы соскребаете, она получается золотым. Ну, на самом деле, самый первый набор, который я купила, был серебряный. Я сначала даже не поняла, в чем прикол. И знаете, мне вот из всех трех серебряный вообще не понравился. Как-то все блекло, как-то все тускло. Золотой я видела у девочек в обзорах, там просто великолепно все блестит. А вот серебряный, он какой-то вообще, вот он не блестит, просто какой-то серый, тухлый. Мне не понравился, но это мое личное мнение. Цветной тоже прикольный, цветные гравюры. Вот, 55 рублей. Далее я купила наклеечки, но это что-то новенькое, но по крайней мере у нас, не знаю, до этого было такое или нет. Но это не наклейки идут, а декоративные элементы с клеевым краем 3D приклеиваются к разным поверхностям. Взяла я, значит, вот такие вот домики. Цена у них 51 рубль. Вот тут показано, то есть куда можно, хоть куда приклеить, в общем, эти элементы декоративные. Домики такие яркие, цветные. Затем вот такие зверюшки с шариками и на воздушных шариках. И вот эти кактусы очень мне нравятся. Класс вообще, я как-то полюбила, уже говорила, ананасы, кактусы, что меня там прибило на этом. И вот такие кактусы, мне кажется, прикольно, 51 рубль. Далее я купила 4 маленьких блокнотика, цена у них была 25,50, вот такого формата они, сейчас покажу. Записная книжка идет, 96 листов на пружине, обычную клеточку, листы все качественно. Здесь у меня нарисованы такие коты, кота-йога. Это йога, вот, классно, 25,50. Затем вот такие вот совушки. Ну, все то же самое, я имею в виду, по содержанию и по количеству листов, 96. Вот такая сова. Классная. И вот такой еще блокнотик мне понравился. Нежный такой, и надпись очень такая хорошая. Все, что не происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему. Даже я пожалела, надо было взять два, можно кому-то такой блокнотик даже подарить. Ну, просто какие-то записи делать быстренькие. Вот, 25,50 такие блокноты. Ну, и, конечно же, гвоздь программы, зачем я ходила. И что я, конечно же, купила, это зеркальные блокноты. Они вновь появились на полочках в фикс-прайсе. Они, по-моему, были перед Новым годом. Сначала появились блокноты антистресс, потом появились вот эти вот блокноты глянцевые, блестящие вот эти вот. В общем, я купила 5 цветов. 5 новых цветов. Там также есть голубые, также есть, по-моему, которые были в прошлый раз розовые, такие нежно-розовые, из прошлого завоза, и красные, по-моему, есть, я вот точно не помню, но я взяла те цвета, которых у меня нет. И первый, который я покажу, это вот такой вот черный блокнот. Я вообще думала сначала не брать черный блокнот, но почему-то решила тоже взять. Здесь обычные листы в клетку. Клетка здесь такая крупная, мне это очень понравилось. Значит, также здесь идет у нас обложечка. Ой, закладочка, вот такая резиночка черная. Вот, 99 рублей, блокнот с зеркально-глянцевой обложкой, 80 листов. И вот, и здесь, то есть у нас есть обычная закладка, тканевая, да. И здесь есть еще резиночка, вот, ну, чтобы на резиночку его надеть. Ну, уже эти блокноты, в общем, как бы все видели, но просто появились новые цвета, я, конечно, уже схватила. Только, конечно, надо выбирать, потому что они очень царапаются быстро, корябаются быстро, и надо внимательно смотреть. Ну, следующий был
так вам я. Следующий вот такой вот темно-сиреневый цвет. У меня, видите, обои все отсвечивает. Я не знаю даже, как показать цвет, что еще это окошко отсвечивает. Далее был вот такой вот цвет, как бы красный. Ну, красно-бордовый какой-то, что ли, я могу сказать. Потому что вот в прошлый раз я покупала красный, он такой ярко-насыщенно красный. По-моему, такие тоже сейчас есть в продаже. Но это кто-то более бордовый, и вот я его тоже взяла. Затем я взяла вот такой вот оранжевый, я видела в обзоре и очень его хотела, я его купила. Вот такой цвет оранжевый, красивый, посмотрите. И еще розовый, только он такой, знаете, ярко-розовый. Ну, камера там отсвечивает и все, как в зеркало можно смотреться, даже можно накраситься при желании по большому счету. И вот такой цвет классный, по 99 рублей. Блокноты там еще такие есть, меньше всего там вот таких вот розовых и оранжевых, немного. Остальные цвета есть в достаточном количестве, поэтому не надо мне писать потом, что я скупила все эти блокноты. Нет, на самом деле там еще их очень много. Вот. Ну, то есть, у меня сегодня просто шикарный забег, я купила все, что я хотела, много всего новенького, то есть, для меня это просто супер покупочки. Ну, а на этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходят новые видео, новые обзоры. Ну, а я, конечно же, в свою очередь буду готовить для вас новые видео, новые обзоры, новые болталки. Все, всем пока-пока и до новых встреч. Пока!